В Ессентуках стартовал второй кинофестиваль «Хрустальный источник». Он посвящен современным направлениям и жанрам в отечественном кино и по традиции собирает десятки кинозвезд, а также сотни тысяч зрителей. Главной звездой открытия фестиваля стал приглашенный гость из Франции Пьер Ришар. В рамках кинопоказа он получил диплом об открытии именного знака на Аллее звезд в центре города-курорта. Также зрители смогли посмотреть один из его самых известных фильмов «Игрушка». Помимо французской звезды, по красной ковровой дорожке прошлись Александр Балуев, Лариса Удовиченко, Светлана Немоляева, Александр Соколов, Ольга Прокофьева, Алла Демидова, Ирина Муравьева, Ольга Будина, Анна Ордова и другие. Очень ждала этого дня и очень его боялась, потому что боялась, что пойдет дождь. И так как было хорошо в прошлый год, я боялась, что что-то будет в этом году чуть не так. И это меня огорчит только потому, что я знаю, сколько сил и любви вложено в этот фестиваль и в Клидом, и всей его командой. Поэтому я жду, конечно же, опять положительных эмоций. Много. Я люблю вот тебя. Смотрите, вот это на удачу. Посмотрите, вот так вот. Я только говорила, и вот он уже. Оля лучшая. Нет. С прошлого года я очень хотел, чтобы Оля Прокофьева вернулась вновь, вновь и вновь. А я очень хотел, чтобы меня в клип пригласил вновь, вновь и вновь. Да, я считаю, что Оля душа фестиваля. Меня все зрители спрашивают, а Прокофьева будет, а Прокофьева будет. Я говорю, ну была же уже. Уже, да, уже надоело. Да? В рамках фестиваля, который пройдет до 27 июля, гости смогут посмотреть десятки современных и классических фильмов. Также они смогут посетить серии встреч с именитыми актерами и представителями отечественной киноиндустрии. Алексей Кравченко, Максим Китковский, АТВ Ставрополь.